Первый тур состоит из трех этапов. На самом деле, и держите, примеряйте наушники. Так. Значит, что надо будет делать сейчас? Им нужно будет просто пролалакать композиции, которые я им предложу. Итак, первая участница лалакаем то, что я сейчас включу. Поехали. Молодец, хорошо. Так, поехали дальше, слушаем. Пусть бегут неуклюжие пешеходы. А слушайте, а поначалу ты хотел сразу пыкнул, да, вот спеть, пусть бегут неуклюжие. Ладно, идем дальше, ваша композиция. Внимание. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да. Классно. Ну что, теперь вы, ваша композиция. Поехали, друзья, внимание. Ла-ла-ла, помним, да? Да, да. Спасибо, отлично. Видите, какая хорошая была разминочка. Ла-ла-ла, это просто. Но дальше мы уменьшаем количество текста ваших песен, поэтому сейчас будем петь только с помощью буквы О. Только буква О. Итак, первая участница, поехали. Спасибо, очень круто получилось. Ладно, идем дальше. Так, внимание, ваша композиция. О, 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 о. Хорошо. Помним, только буква О сейчас, да? Итак, поехали. Следующий участник. Витюга, ты помоги! О-о-о-о! Спасибо, спасибо. Идем дальше. О, боже мой, вот сейчас будет не просто бомба. Давай, бомба. Променил ты бомбу. Низко. Мы желаем счастья. Мы желаем счастья вам. Спасибо. Слушайте, ваше что, музыкальное образование какое-то есть? А что это было низкое, значит, что? Она сама. А, сама поехала, я понял, хорошо. Итак, теперь третий этап первого тура, теперь только буква А. А, и все. Итак, А, поехали. Это буква F. А, не, фристайла. Ну что, есть варианты? Нет, еще раз. Еще раз. Классно. Жестикулирует. Ну как, можно, конечно. Показывайте все в сторону нутро. Делитесь позитивом. Итак, теперь, помню, буква А. Сейчас будет. Поехали.
Ну что, рвем публику? Да! Да, давайте, поехали! Не надо, все у вас клево получается. Поехали! Ну что, теперь вы. Итак, поехали. Давайте. Друзья, ну что, оставляем, наверное, всех, да, не будем ни с кем оставаться, все, молодцы, держите. Ну, смотрите, сейчас уже ничего не нужно будет исполнять вокалом, да, потому что каждому из вас сейчас в наушнике будут предложены по две композиции, им присущие свои движения, назовем это танцевальным крокодилом. Вы должны будете станцевать так, как поют под, именно под эту композицию, как танцуют. Поверьте мне, все очень понятно и легко, интуитивно. Итак, первая композиция. Покажите же, как надо танцевать под нее. Оп. Лизгинка. Лизгинка. Асса. Казахи танцуют. Мне кажется, мы можем ее оставить одну. Хорошо. Отлично. Спасибо. Идем дальше. Здесь... Не, не, оставляйте. Вторая. Итак, поехали. Следующая. Как-то так. Смотрите на меня. Опа, Макарена! Макарена! Да, клево, спасибо. Спасибо. Все, передавайте следующему, идем дальше. Жги, поехали. И что? Повтор? Нет. А, да. Спасибо. Спасибо. Ну что, давайте четвертую. Сейчас. Вспомнил, откуда это? Так, это да. Ну это. Да. Спасибо, спасибо. Все, передавайте дальше. Пасадобль, да, вспомнили. Реальные пацаны, спасибо им, да. Дали мне узнать, что за танец пасадобль. Давайте. Там что-то как-нибудь. Там все легко. Спасибо, клево. Не снимайте. Что? Я еле понимаю, что это за песня. Это что, Майкл Джексон? Да, молодец, спасибо. Спасибо, давайте. Идем дальше. Я? Вон, с него. А, с него, полностью. Итак, ну что, готовы? Поехали. Я. Ну, не сдавайте, что это вы. Маша, не спасибо.
Ну и последний, давайте посмотрим. Честно говоря, я не сам не знаю, как мне танцевать. Вот. Есть. Это надо реквизит, наверное, да, вам какой-то? Надо реквизит, наверное, вам для этого, да? Да, да, давайте. Дайте, нет, не надо вам все, дайте нам салфетку. Нам нужна салфетка, которая может играть роль платочка. Яблочко, что ли? Нет, нет. Да тайна! Вообще не славянки, что ли? Это наша старая добрая свадьба! Королева! Да, все! Спасибо, спасибо большое, молодцы. Ну что, в принципе, хорошо справились, и честно говоря, я даже не знаю, есть ли смысл нам проводить третий тур. Я думаю, что этого достаточно. Друзья, аплодисменты нашим участникам, мы справились! Ну что, все, прошу вас, приходите, присаживайтесь. Друзья, мы уже летели в музыкальное настроение, поэтому я объявляю контрольный 50 грамм.